я думаю, наверное, получилась эффектная игра с волком. Волк, его рейтинг 1.624 был, мой 1.536, теперь 1.550. Достаточно было легко его обыграть, но волк до последнего играл до мата, хотя мог сдаться, у него тут очевидно была проигрышная позиция. Но молодец, что до мата играл. Хотя я бы давно бы сдался уже на него месте. Пока грузится, покажу всю игру по-быстрому. А тут я мог спастись, напасть на королеву. Он бежит, и я бегу. А я этого не заметил. Теперь вот у меня 4 ошибки, одна грубая ошибка, у него 5 ошибок и 2 грубые ошибки. У меня 10 сомнительных ходов, у него 6 сомнительных ходов. Так, где моя тут грубая ошибка была? А вот. А что я вот тут подошел? Была грубая ошибка. Два вопросительных знака. Но почему грубо я тут пошел, чтобы конь был как бы защищен под слоном? А говорят, что мне надо было вот тут идти. Когда он бьет, и я бью. А, я на королеву напал. Я бью королеву. Вот поэтому грубая ошибка. Этого не заметил. Сперва он выигрывал. Мне надо было тут идти. Я подошел неправильно. Тут потом где-то у него большой скачок есть. То мне там надо было идти. Хотя как бы логики не вижу. Я иду, он, допустим, бьет. Что? Я бью. Это нужно суметь увидеть.
сперва думал, что проморгал слона, но он под конем защищен. А тут, оказывается, ошибка вот была. Потом еще ошибка. Ему надо было бить. Я бы давно бы избил на него место это. Он тут подошел, у него конь освободился. Он этого не заметил. Вообще слон лучше, чем конь, так ему нужно было точно бить этого слона. Но не сбил. Я тогда на королеву попал. Я думал или рокировку, или на королеву, но подумал, зная, что компьютер очень любит на королеву нападать опыт, поэтому я напал на королеву. Тут я и подумал, что надо этого коня бить, только или слоном, или конем, не знал. Подумал, ну рокировку сделать. А то потом, если не сделаешь рокировки, бывали у меня ситуации, что потом противник меня загонял, где потом я проиграл. Очень нехорошее место загонял короля. Теперь он король защищен. Ну и часто компьютер советует сперва рокировку сделать. Вот его грубая ошибка. И сразу все испортил у него. Ну, и, да, этого коня надо было бить. А потом бы успел и башню сбить. Я бы сбил от него и защитил бы раз этого коня. Но я думал, может, он как-то там что-то придумает. Это защита, но тут он ничего придумать не мог. Но даже если я его не сбил, все равно у него тут безвыходная ситуация. Только теперь остается главное ничего не проморгать, и ему там проигрышная ситуация. А тут надо было на королеву, конь же он не защищен. Я как-то не заметил. Я сбил спешку. Вот это не заметил. Надо было отойти. А вон что делает.
Он, по идее, должен этого коня бить. Ну, я тогда шаг ставлю. Бьет королеву, я бью королеву. Тут его тоже не заметил. Вот у меня больше пешек намного. У меня слон и конь. И две башни. У него два коня и слон и башня. У меня все равно большой перевес, так что не страшно. Тут я тоже тут пойду, я подумал, нужно тут этого слона убрать, а то он тут может каких-то опасностей наделать. Тут он сбил спешку и заметил, что она защищена королевой. Потому что я же этим слоном не случайно подошел. Я подошел, чтобы королева защищала эту пешку. Она вот этого не заметила. Сбил ее. Ну, я тут даже могу башню его бить, он, у меня все равно большой перевес. Остается только пешки двигать. Чтобы он потом ничего хитрого не устроил, никаких матов. Как бы уменьшить фигуру можно. Я подумал, не стоит. Тут тоже мог делать мат и сбить коня. Тоже не заметил. Вот я ради спокойствия сбил, все равно новую королеву получил. Вот ему негде больше идти, только тут. Вот, вот.